Коммунальные службы городского округа продолжают бороться с последствиями снегопадов. С самого утра работают дворники. Они обрабатывают дороги песко-соляной смесью, откалывают лед и орудуют лопатами. Помогает им снегоуборочная техника. Она же чистит тротуары и дороги. С 7 по 10 декабря из города было вывезено 1150 тонн снега. Коммунальные службы городского округа начеку и в любой момент готовы бросить все силы на борьбу со стихией. А для наибольшей эффективности дополнительно устроили на работу еще 40 человек.